8.3. Панели инструментов. Как и более ранние версии операционной системы, Windows 7 также позволяет работать с панелями инструментов для быстрого запуска программ или доступа к ресурсам. Количество подобного рода панелей ограничено лишь вашими потребностями. Кроме того, существуют системные панели, которыми также можно управлять, используя параметры на вкладке «Панели инструментов» в скобках рисунок 8.4. Управление отображением панели инструментов происходит следующим образом. Вы просто устанавливаете флажок возле названия нужных панелей, нажимаете кнопку «Применить», и они появляются на панели задач. Свойства панели задач и меню «Пуск». Рисунок 8.4. Параметры настройки панелей инструментов. Существует несколько стандартных панелей инструментов, которые по умолчанию создаются при установке операционной системы. Адрес отображает строку ввода адреса веб-ресурса, что позволяет быстро загружать нужную веб-страницу в автоматически открывающемся окне браузера. Ссылки показывает список со ссылками, с помощью которых можно быстро переходить к нужным веб-ресурсам. Панель ввода планшетного ПК отображает панель для ввода рукописных данных с помощью стилуса или мыши. Рабочий стол показывает значки рабочего стола и некоторые дополнительные значки, которые не выводятся на рабочий стол. Добавить новую панель инструментов можно следующим образом. Нажмите правую кнопку мыши на панели задач. Выберите в появившемся меню пункт «Панели создать», панель инструментов, и в открывшемся окне укажите расположение папки, объекты которой должна отобразить создаваемая панель. В результате новая панель с названием папки, к которой она привязана, появится в правой части панели задач. Кроме того, ссылка на нее появится и в окне, показанном на рисунке 8.4, что в дальнейшем позволит быстро управлять ее отображением. 8.4. Область уведомлений. Как и в предыдущих версиях операционной системы, в Windows 7 также есть область уведомлений, которая используется для отображения значков программ и системных компонентов, присутствие которых там желательно или
необходимо. Любая программа, которая считает, что ее значок должен быть в области уведомлений, без стеснения туда его помещает. Но действительно ли эта программа настолько полезна и действительно ли присутствие в области уведомлений ее значка так важно? Как и раньше, решать вопрос отображения этих значков предоставляется самому пользователю. Но в отличие от более ранних версий операционной системы, Windows 7 изначально прячет все подобного рода значки, за исключением значков некоторых важных системных механизмов. И если вы решили, что тот или иной значок программы все-таки должен отображаться в области уведомлений, придется сообщить об этом системе. Для настройки области уведомлений используется системный механизм «Значки области уведомлений», который уже упоминался выше. Если вы хотите настроить отображение значков, нужно открыть панель управления Windows, найти на ней указанный механизм и запустить его. В скобках рисунок 8.5. Рисунок 8.5. Запускаем компонент «Значки области уведомлений». В результате содержимое окна станет выглядеть так, как показано на рисунке 8.6. В центральной части окна находится список программ и приложений, значки которых стремятся попасть в область уведомлений. На выбор предлагаются три варианта поведения операционной системы по отношению к таким значкам. Показать значок и уведомление. В этом режиме показываются как сам значок программы, так и всплывающие сообщения, которые программа может применять для общения с пользователем. Скрыть значок и уведомления. В этом режиме ни сам значок программы, ни возможные сообщения программы отображаться не будут. Показать только уведомления. Данный режим предусматривает отображение только сообщений программы, что является наиболее оптимальным, поскольку пользователь увидит все нужные сообщения, сэкономив при этом место в области уведомлений. При этом доступ к значку программы можно всегда получить, отобразив скрытые значки. Рисунок 8.6. Настройка отображения значков в области уведомлений. Таким образом, ваша задача определить, какие значки или сообщения программ вы хотите видеть, а какие нет, и в соответствии с этим пройтись по всему списку приложений и указать, как операционная система должна отреагировать на запрос программы об установке и отображении значка.
Windows 7 делает различие между значками программ и системных компонентов. При этом отношение к последним гораздо лояльнее. Если вы решили, что важно откорректировать отображение значков системных компонентов, то перейдите по ссылке «Включить» или «Выключить системные значки» в нижней части окна. В скобках смотрите рисунок 8.6. В результате содержимое окна поменяется, и теперь место программ займут системные механизмы. В скобках рисунок 8.7. Системные значки можно только спрятать или показать, для чего используются значения из списка с надписями «ВК», «ВКЛ», «Включить» и «ВКЛ», «Выключить». В дальнейшем, чтобы увидеть скрытые значки, нужно щелкнуть на кнопке со стрелкой в области уведомлений. Рисунок 8.7. Настройка отображения значков системных компонентов. Существует еще один способ, с помощью которого можно прятать или показывать значки вне зависимости от того, являются ли они значками приложения или системными значками. Если вы хотите спрятать какой-то значок, просто перетяните его на кнопку со стрелкой, которая используется для доступа к скрытым значкам, и отпустите. Аналогичным образом можно задать постоянное отображение значка. Нужно раскрыть скрытые значки и перетянуть нужные в область уведомлений. Возможно, кому-то покажется интересной и полезной возможность упорядочения значков. Для этого просто потяните значок и отпустите в том месте области уведомлений, которые вам больше нравятся. При этом появляется вертикальный разделитель, который отображает будущее положение значка. 8.5. Добавление ярлыков и папок на панель задач. Как вы уже знаете, в Windows 7 на панели задач имеется также панель быстрого запуска программ. Хотя ее внешний вид и отличается от аналогичной панели в Windows XP или Windows Vista, тем не менее, она прекрасно выполняет свои функции, и мы вполне можем использовать ее для своих целей. Со временем рабочий стол загромождается большим количеством ярлыков и папок, и становится тяжело разобраться, что где находится. Частично от этого спасает создание дополнительных панелей инструментов или группировка ярлыков по дополнительным папкам, но тогда появляется другая проблема. Нужно помнить, в какой папке находится тот или иной ярлык программы. Многие пользователи очень любят помещать на рабочий стол лишь самый необходимый минимум ярлыков, а ярлыки программ, доступ к которым происходит чаще всего,
на панель быстрого запуска. Панель быстрого запуска есть и в Windows 7. Поэтому таким пользователям не придется нарушать свои традиции. Добавление ярлыка программы на панель быстрого запуска никаких проблем не вызывает. Ярлык нужно просто перетянуть на нее. Но если вы попробуете сделать то же самое с ярлыком папки, то столкнетесь с проблемой, так как стандартного способа сделать это не существует. Однако нет ничего невозможного. Ниже мы рассмотрим способ размещать на панели быстрого запуска любые ярлыки и папки. Добавление ярлыков. Добавить ярлык на панель задач можно разными способами. Первый из них – использовать контекстное меню файла. Так, если вы хотите добавить ярлык, который находится на рабочем столе, то щелкните на ярлыке правой кнопкой мыши. И в появившемся меню выберите пункт «Закрепить на панели задач». То же самое можно сделать с любым файлом, используя для этого проводник Windows в скобках рисунок 8.8. Этих действий достаточно, чтобы значок программы или файла появился на панели быстрого запуска панели задач. Еще один способ, даже проще предыдущего, чтобы закрепить нужный ярлык, просто потяните его мышью на панель задач и отпустите в том месте, где вы считаете нужным. При этом обратите внимание на то, что отпустить ярлык нужно только тогда, когда появится подсказка «Закрепить в панель задач». Если стоит обратная задача убрать значок с панели задач, то щелкните на значке правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите пункт «Изъять программу из панели задач». Рисунок 8.8. Добавляем ярлык программы на панель задач. Добавление ярлыков папок. Поскольку в контекстном меню папки отсутствует пункт «Закрепить на панели задач», то использовать описанный выше способ в случае с папкой – не получится. Однако существует одна хитрость, которая позволит добиться желаемого эффекта, хотя и нестандартным способом. Хитрость заключается в следующем. Предположим, вы хотите добавить на панель задач папку с видео, которая находится на диске D и называется «Видео». Щелкните правой кнопкой мыши на свободном от значков месте рабочего стола. В появившемся меню выберите пункт «Создать ярлык». Это приведет к появлению окна с командной строкой и кнопкой «Обзор». Наберите в этой строке %WinDir %,
наклонная влево черточка explorer.exe d двоеточие наклонная влево черточка вертикальная черточка видео и нажмите кнопку «Далее» в скобках рисунок 8.9. Для какого элемента нужно создать ярлык? Рисунок 8.9. Создание ярлыка папки. После этого появится окно, в котором нужно указать название ярлыка. Windows предлагает название Explorer, что явно не соответствует содержимому папки. Поэтому меняем это название на видео и нажимаем кнопку «Готово». В результате на рабочем столе появится ярлык «Видео», у которого в контекстном меню будет нужная нам команда закрепления. К сожалению, операционная система не совсем воспринимает описанный способ создания ярлыка для папки. И поэтому значок созданного нам ярлыка выглядит аналогично значку проводника Windows. Можно, конечно, все оставить как есть, но тогда на панели задач у вас будет два одинаковых значка проводника Windows и папки видео. Если вас подобное положение вещей не устраивает, то необходимо сменить значок для нашего ярлыка. Делается это очень просто. Открывается скобка, так же как и в более ранних версиях операционной системы Windows. Закрывается скобка. Щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке «Видео» и выберите в появившемся меню пункт «Свойства» в скобках рисунок 8.10. В результате откроется окно «Свойств ярлыка», в котором нужно перейти на вкладку «Ярлык» и нажать кнопку «Сменить значок». Появится окно со списком разных значков, которые находятся в исполняемом файле проводника Windows в скобках рисунок 8.11. Среди них можно выбрать любой подходящий значок, например, значок с изображением папки. Кроме того, можно указать любой другой исполняемый файл, содержащий другие значки, и выбрать среди них тот, который вам больше всего нравится. Для этого используется кнопка «Обзор». Выбрав значок, нажмите кнопку «Ок», чтобы закрыть текущее окно, и еще раз кнопку «Ок» для закрытия окна свойств ярлыка, свойства видео. Рисунок 8.10. Окно свойств ярлыка.
Рисунок 8.11. Изменение значка ярлыка. Теперь, когда ярлык готов к добавлению, щелкните на нем правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите пункт «Закрепить на панели задач». После этого сам ярлык можно смело удалять с рабочего стола и использовать значок на панели задач. Глава 9. Использование и настройка гаджетов.